кадыровцы. А что им сказать, как бы? Сейчас мы недавно интервью было, которые пленными. Они говорят, мы все, что должны умереть, воюю как бы против России. Как бы выжить надо же как-то. И я не могу понять вообще, как выжить человеку, предав свой народ, свою религию, свои обычаи, перейти на сторону врага и убивать свой народ. А они это считают нормальным. Для них это как бы нормально. И они говорят, мы добились своей как бы свободы. Если вы добились свободы, убив тех, которые пошли против русских, или муджаидов, или мусульман, почему тогда вы сейчас как бы хотите, вы не хотите, приезжаете в Украину и воюете против Украины? У вас сейчас никто ничего не спрашивает, вас отправляют, хотите вы этого или не хотите. И если вы говорите, что вы добились свободы, вы сами себе противоречите, вы лжете. Вы не добились никакой свободы, ничего, кроме того, что вы сами себе одели вот этот ошейник, предателя, ошейник раба. И вас хотите вы или не хотят, отправляют сюда. Убивать невинных людей. И вы лицемерите.